выпускницам Тимирязевской академии. Это я хотел этого, потом решил, нет, посвятю я не выпускницам, а это бесполезно, кол на голове тишить кол на голове, да, а вот именно самому ректору. Ведь не может быть, если будет и написано броское название ректора, чтобы он это не прочитал. Это он тоже, мой брат, этот кусок, сколько тут, 10, 20, 30 минут выделит, но я потом отдельный фильм сниму. Итак, Спиноза. Дело в том, что мне удавалось сделать эти открытия, так, только потому, что они проще пареной репы. А все надо усложнять, усложнять, и тогда якобы что-то откроется. Ни черта не откроется. Я вспомнил, дело в том, что Спинозу я со школы знаю. Но ты знаешь, что я такой умный? А, лучший ученик, знакомьтесь. Лучший ученик 10 класса, двух классов. Это было. Кличка профессор. Не скрываю. Пойди проверь, может, я преувеличил. Вот, все равно не проверите. Но что было, то было. И Спинозу знаю со школы. В мире ничего сложного нет, ведь он герметичен, ой, не так, геометричен и закономерен. Поэтому мир легко поддается познанию. И я всегда думаю, а почему все вот это вот так сложно? А если бы было просто, зачем нам тогда все эти знания, которые это? Бесконечные лишние ветки, бесконечная перекопка, бесконечное опрыскивание. Вот. Что будут делать эти? Придется выбросить миллионы тонн ядохимикатов. Не поддаются эти самые грибы, не поддаются. Сколько вы их не поливаете? Он даже сморщится, но дерево не вернет свое это. Оно здоровым не будет. Вот. Мир легко поддается познанию. Мне это стоило ничего. Нет, были бессонные ночи. Но это потому, что мне вопросы задавали уже как специалисту. Вот это вот символ современного садоводства в нашей стране. Вот. Девочки, выпустите Северецкий, вам посвящаю эту фотографию. Вы еще шевелитесь, спасибо вам за это. Сейчас время заканчивается. Вот. Я очень мало сегодня рассказал, но я начинал с писем и ответил на несколько непростых вопросов. Согласитесь, что я заработал. Дело в чем. Я повторяю, почему. Потому что, а вдруг, правда, когда-нибудь это закончится? Юрий Железов ответил Ольге. Ольга, вы написали. Знаете, что это такое? Она 100% передрала, или как по-русски, перекопировала. Вот, из Википедии. Итак, что она это? В результате исследования ложность теории вегетативной гибридизации была опровергнута в 30-50-х годах. Кстати, уже это вранье. Это было время расцвета этих самых Лысенко и Печорина. Так, нет? Война была. Но если то, что сейчас, так и знаете, лужа в стакане воды. Какая-то мелочь, Железов там где-то. Это, уже мои времена, моя популярность уже ушла, потому что врагов все больше, а эти самые, интерес садоводства просто падает, да? Вот. И сейчас, и против меня действительно там специалист, там это, Медведева Наташа, специалист по люпину. Трава травой, люпин люпином, сало как сало. Вот. И от того, что она что-то написала, доказывает, это не холодно, не жарко. Вот. Ну так, знаете, расхоже, это как примерно на базаре. Когда, знаете, что такое базар? Подхожу, человек держит уже готовый саженец, проданный. А скажите, как закопать? А он не знает. А вы знаете, я слышал, что надо закопать по прививку. Да. А нет, я правда еще слышал, что если выше прививки закопать, даст дополнительный корм. Да. Вот примерно вот этот уровень. И вот получается, смотрите. Итак, было якобы доказано, что вегетативная гибридизация лженаука. Так. Я обещал вам, что ваше высказывание буду отправлять Железову. Дальше это уже идет для отдельного фильма. Так. Я просто хочу сказать, она вот этим вот припечатала моего брата, меня заодно. Это уже наука. И все, что я говорю, это все херня, по-русски говоря. Заходим обратно сюда.
когда я начал что-то делать, так, в помине не было таких абрикосов, вообще не было. Понимаете? Это при том, что я ГМО не делал, я не лез геном, я не искал ген, который отвечает за крупность плодов. Понимаете? И то, что получилось вот такие вот плоды, и они при 40 градусах не замерзли, это тоже наука, это тоже работа. Но это новая наука. Это то, что вы отвергли. Ну-ка, сколько весит? 110 грамм. Не было их у меня, и ни у кого не было, и в Саяногорске не было. Так вот, там ниже ваша подруга Наталья, которая Ольга Исакова, да? Вот. Я уже называю их имена, потому что они как бы станут именами нарицательными. Ведь можешь было в конце концов сказать, ну мы что-то немножко не туда заехали. Вот, мы научили калечить деревья. Сейчас, секунду. Еще, наверное, может кому-то помощь нужна. Вот, понимаете, в чем дело? Если бы это действительно было, меня, вы, девочки, Наталья с Ольгой, выпустили с этими рязвиками для кандидата наук, что вы сделали? Вы меня упрекнули, я просто не могу все показать. Но вот видите, что здесь в том, что я все, это было уже наукой сделано. Нету в науке этого. Им запрещено этим заниматься. Чтобы вот это получить, 110 грамм, что им надо сделать? Провести определенную работу, которая называется как? Вегетативная гибридизация. Понимаете, девчата? Я же вас в союзники брал. Я говорю, я вам косточки вышил. У меня тогда были косточки вот таких абрикосов. Я сейчас последние высадил, знаете, какие? Супер Серафима. Да, даже покажу. А, потом ниже, может, покажу. Вот. Посмотрели? Давайте дальше пойдем. Вот она, Фаина, этот самый тройной гибрид, которого нет в природе и быть не может. Вы понимаете, что их не было никогда. Что это впервые. Вот это вот. Впервые в природе они появились, понимаете? Вот. А вы, зная уже это, ведь меня цитировали сколько раз, я же не просил вас цитировать, сами догадались, вы-то могли бы перейти на мою сторону и сказать, Господи, да чудеса-то какие, я тоже хочу. Мне надоело этой травой заниматься, вот этим вот. Понимаете, о чем речь идет? Но не было их никогда, не было. Это мои фотографии. Знаете, как легко установить? Смотрите. Железов. Это чтобы не воровали. Вот эти фотографии не воруют. Видели железо? Еще показать. Вот эти чудеса вы видели? Ладно, черешня не удивишь. А хотя черешня самая капризная в моем саду. Даже более капризная, чем персики. Три штуки в банку влезло. А, та самая фотография. Помните, это, Западная Украина, вот эту фотографию присвоили. А знаете как? Якобы я у них саженец купил, и у меня выросло, у меня уже выросло вот это. Фотография-то это подлинная. Ну, та самая. Ну, ладно, еще раз покажу. А, сейчас, где она была? Сейчас. А, это в начале этой же лекции. Ладно, не буду возвращаться. Вы запомнили, да? Вот. Где вы такое видели? В каком научном саду? Как можно было меня... Зачем каждый раз... Раз грязи вот этот, как он называется? Зачем? Ведь нет у вас этого. Ни у вас, ни в Тимирязевской академии. И это у вас нету. И этого, и быть этого не может. А вот эта Западная Украина присвоила эту фотографию, да? Вспоминаем? Вот. Свои не могли такие вырасти. А эту назвали, это самое, назвали, сейчас скажу как, колновидной. А потом, это же по 17-й год, а потом, ладно, не удержусь. Сейчас я вам покажу 18-й год. Вот. Очень интересное направление взял Ваулин. Он молодец, он сейчас лидером является в научном мире. Но он сам себя в рамки поставил. Знаете, какие? Это я ему высылал косточки. Он себя в рамки поставил.
Только с непривитых деревьев. Надо. Это так, к слову. Вот. Только с непривитых деревьев. А потом вторую посылку я ему высылаю. Смотрите внимательно. Только с непри... Он себя взял, ограничил. Но это его право. Зато у него самый морской в мире сейчас этот самый абрикосовый сад. Ну, естественно, благодаря Железову. Только он об этом забыл сказать, это, упомянуть на своих рефератах, в своих докладах, что это все Железовское. Вот. Так бывает. Еще я ему высылал. 20 рублей косточка, это Наташа Медведева. Разве можно было? Так, это, косточки золотые, 20 рублей. А у него урожай-то какие, вы видели, хотите? Я потом покажу еще. Если вы до сих пор морду воротили, помните, говорили, я в эту сторону смотреть не буду. Вот это я высылал это, в Челябинск, в науке. Вот это и составило славу теперь уже не мне, а Ваулину. Ну что? Где вы такой сад науки видели? А? Ой, палки. Ладно. И все пока. Вот. А на самом-то деле у меня гораздо больше этих самых суперсортов. Сейчас я уже время-то в наше вышло. Я сейчас уже по это. Вот он это самое. Вот он, дедушка, привет. Вот эту дурь за 30 миллионов лет. Я же посчитал, каждый год у этого существа прибавлялось миллиард клеток. Вот слово миллиард, знаете, сколько там нулей? 9 или 12, я уже сам забыл. Хоть и это, пятерочник по математике. А у миллиарда 9 нулей или 12? Миллион? 9. Или 12. Ладно, я устал. Так вот, позорюсь перед вами. Нет. Так вот, миллиард клеток прибавляются каждый год, и все, и это, да, а все, и получилось 100 триллионов, и получился человек вот с этим мозгом, вот видите, вот, вот эту дурь преподаются. Ой, не могу, это вот так вот, если я смысле, что 21 век, вдруг я в школе учебника узнаю, что клеток-то было не 100 миллиардов, а 100 триллионов. Слово. Триллионов. 100. И каждый год им прибавлялись, хвост рос, зубы росли, мозги росли. А на самом-то деле было так. Самые последние мы люди, так не сумевшие адаптироваться к полуторной силе тяжести. Земля не наша родина, ребята. Привезли наших предков 40 тысяч лет назад. Это всего 2000 поколений. Вчера было. Привезли готовое культурнейшее растение. Затем естественное одичание из-за эффекта Маугли. Потери системы воспитания. Причину не знаем. Ну что не знаем? Догадаться можно. Катаклизмы природные. Наши мозги... Заметьте, мы не развивали мозги от обезьяны, от такого мозга до такого. Мы его потеряли, эти мозги. Они заблокированы 95%. Вот. Ну, у некоторых вообще на 100. Не буду никого показывать пальцем. Рассчитаны только на выживание. Но дебильная по сию пору система образования с момента рождения приводит к отупению, блокировке лишних способностей, без должной тренировки, замененной на зубрежку. Увы, у взрослых редких проявлений гениальности редкие. Это следствие травм головы, извините. Вот. Вы скажете, ты головой стукался? Я говорю, да. Было. Есть ли связь? Не знаю. Можете смеяться надо мной. Железо стукался головой. И говорит, что не было нас 40 миллионов лет назад, не было ни одного человека. А? Это не я придумал, что их не было. Просто невозможно уже с 19 века внушить в голову про этих долбанных этих самых мышат, с которых мы это, только потому, что мы и они это млекопитающие. Вот, нашли предка. Они же первые млекопитающие, а эти мышки. Землеройки.
И вот это вот и было. Все, ребята, мое время истекло. А почему? Знаете, почему я возвращался? Я самое главное скажу. Осталось 4 минуты. Вот это очередная вопрос. Очередная несчастная женщина присылает вот эту фотографию и говорит, у меня отгнила, вот видите, вот тут отгнила. И что мне дальше делать? А дальше написано было, или чаши, а знаете, что такое чаша для груш? Это смертельный номер. Груши, вот их форма природная. Чаши и прочая херня – это самая страшная ошибка, о которой не догадывается кто? А наши любимые эти герои, которые строят из себя таких этих. Или из верхнего побега формируйте ствол. До высоты 50 сантиметров все остальные ветки удаляйте. Опять до 50, опять удаляйте. А что останется? Ну-ка, вот, ей говорит это, удаляйте. До... Вот, что такое 50 сантиметров, знаете, нет? Это что останется-то? А начиналось вот с этого. Сыр-бор был, это тогда, когда мой брат заступился. Это мы будем, все, это я уже буду Тимирязевскую академию показывать. Не так, сейчас я быстро пробегусь, раз время истекло. Вот смотрите. Ой, вот это, дедушки записали нам, ну, буквально вчера вот такая мышь бегала, а потом, давай скажем, поколением по миллиарду клеток прибавлялось. С чего? Одна клетка, еще я понимаю, 10 клеток, ошибка природы. Уродец родился, неимоверно большого роста. Но он тогда не влезет в нору, его сожрут тут же. Вы понимаете, что такое сохранение вида? Вот она была 30 миллионов лет назад, эта мышка такая. Вот она и сейчас такая. В нору не залезет, понимаете? Вот. Я хотел показать на примере груш. Вот это вы уже знаете, почему догадались. Вот. Какая к черту чаша? Это я все буду рассказывать, объяснять, почему такая форма. Вот. Подлейшая фраза. Выбираем форму хроны. Природа выбирала форму хроны миллионы лет, десятки, сотни миллионов лет. Она идеальна, она конечна, вот это вот. Вот это вот. Чаша. А потом, да, вот она раскрывается, вот она раскрывается. Еще хотите посмотреть? Вот она раскрывается. Я только выбрал свои фотографии, где те, где я не подходил секатором специально. А эти фотографии я не брал с них на черенки, вот так скажу. То есть я на формуле влиял. Она раскрылась или не раскрылась? Чаша получилась или нет? А? На кой черт вам нужно калечить дерево-то? Ну вы думаете, что вы людям-то советуете? Это будем подробно объяснять. И даже привитое дерево, которое генетически не имеет у себя штамба, генетически она привита, специально привита у земли. Это самая моя находка, главное, самое ценное деревья, самое полезное, самое надежное, самое морозостойкое, самое здоровое, самое урожайное, это те, кто привиты у земли. А у прививки это почка, у нее нету и не может быть штамба. Вы до сих пор разницу не знаете, а? Девчата, между привитым деревом и этим самым, и корнесобственным. Корнесобственное всегда штамп определялся скудное, я уже сколько объяснял. Ну, вы смотрите-то, в конце концов, чему-то учитесь, прежде чем людей учить калечить. Трава, плохая почва, трава вот столько. И вот отсюда пошла, только над травой появляются почки, которые могут расти, превращаются в скелетные ветки. Выше уровня густой травы. И это может вот такой штамп. А где-то огромное, мощное, полметра и даже до метра. Вот тогда-то кто-то увидел, что вот такой штамп почти метр, а потом пошла развилка. Вот. Ну пусть не этот пример, ну хотя бы под рукой другого нет. Уже в элементарные вещи объясняю. Пусть я первые в жизни объясняю.
Вот, видите, дерево имеет штамп, у него здесь трава была. Но после этого, когда я вам объяснил происхождение штамба генетического у сеянца, выросшего из семечки, именно груши. Дальше я подробнее буду, потому что корни тоже повторяют эту форму. У яблонь во крона, у слив во крона и корни во. А у абрикосов сухих мест и у груш во крона и корни во. Я уже на пальцах объясняю, ведь это же сколько раз уже про это говорил. А вы взяли опять это, отрезайте до высоты 50 метров. Саженцы, это, по пупок, что там отрезать-то? Самое главное, когда я показывал саженец по пупок, сейчас покажу его еще раз. Вот, вот он по пупок, да? Вы что, не поняли, как получилось? У нее, у этой дамы, потом подробнее буду, там ниже есть текст, все есть. У нее отгнила верхушка. Почему отгнила? Когда она посадила саженец, она должна была вот здесь отрезать. И тогда получается крона, вот она. Но генетически все равно стремятся к вертикальному положению именно ветки у груши. Защита от этого. У нее гниет штамп, если у нее нет очень сильной густой кроны. Скоро сто раз говорю. А вы что, не обратили внимания? Она же сказала, отгнила. Тогда она отрезала. И у нее второй год пошло вот это. Так теперь вот это и спасайте. А то это на полметра все отрезать. Вы подумайте, что вы сказали сейчас, а, Ольга? Или чаши, а это глупость, я уже сказал. Чаша – это глупость. Придет пора, и деревья станут чашей сами. Смотрим дальше. Вот, видите? Хоть и привито, а все равно лезут вверх, потому что они защищают штамп. Это крона, это их крона, это их крыша. Крыша все, что под землей. Уже говорю. А мы не хотим знать. И все эти чаши бесполезны. Делайте чашу. Дерево искалечили, а оно все равно вверх полезло. А потом, а то его все равно теперь вертикально отрежем. Не имеет права расти. А зачем же вы бы это сделали так, что они, как бы это сказать-то, спровоцировали вот эти вертикальные? Не наклоняли бы эту ветку, и не было бы их. О, пожалуйста. И так год за годом. И резать, и резать. Стыдно смотреть на это все. Ладно, мое время истекло. Давайте я сейчас только покажу, почему я завелся. Отдельно буду показывать. Вот, вот этих вы научили, которые себя называют экспертами. Сколько будет листьев, с такой будет урожай. А он вместо листьев – это раны. И ведь с упоением. Полчаса, все, заработаны деньги. Полчаса кино. А вот это еще лучше. Чтобы сберечь спину, вот для чего обрезать-то нужно нижние скелетные ветки. Спину поберечь. Вот такие специалисты из команды сейчас с нами. А теперь смотрите, имею право так говорить. Тимирязевская академия. Взяли мою фотографию, назвали, переименовались, теперь это успех. И еще ей придумали биографию. Это что, наука? Имею я право разговаривать с это, ну, хотя бы на равных. Теперь я доберусь до ректора. А вот это та самая, с чего началось. Я вынужден повторить. Почему? Вы так и не справили. Груши 7 лет. Сорт медовый, ни разу не цвела. Вот цветочные почки. Это значит, что пришло время все-таки. Пусть поздно, но пришло. Дальше. Может, мы неправильно посадили, углубили, может быть. Наоборот, высоко посадили место прививки. Привитая! Подскажите, Самарская область. Что бы это самое вы, тимирязевцы, написали? Одна написала, другая поддержала. Отрезать эту ветку, это ровно полдерева. Отрезать эту.
Что сделал Юрий Железов? Он написал не вам, не той Ольге, а вот этой. Автору письма написал, которая не все ждет урожая. Прочитал все советы для вашей груши. Он все советы, ну, тех же, Ольги, там, эти, Наташи и всех. Оставьте дерево в покое, никакой обрезки. Придет время, но зацветет. Вот она наша школа Железовская. Я Железов, и он тоже Железов. Может дерево подкормить перегноем. Рассыпал по границе кроны. Если уже обрезали, в скобках бы надо написать, погубили, пожалуйста, выложите фотографию. А потом, как сам я сам этого не знал, он мой двоюродный брат, вот, что он не просто учился, у него высшее образование, он учился в сельхозинституте. И вы, девчата, и не дали ему такой возможности дать, он не дал совет, оставить дерево в покое. Это альтернатива. Вы сказали, искалечьте, фактически уничтожить. Видите страшную рану? Одна, вторая, третья. Он что, не имел права заступиться за дерево? Он что, этот самый, как я, металлург? Это его биография. Учеба Костромского в сельхозинституте. Вы понимаете? Он тот же самый проходил, это же самый, что и вы. Тот же курс. А вы что, 70 лет прожил, ума не нажил? А потом, и когда я уже за него заступился, вы на меня перекинулись? Продажу косточек, 20 штук, золотые косточки. А за сколько продавать? За 3 рубля и это. А знаете, что сейчас ко мне кто приходил? И сколько я, это, сколько я их подкармливаю? Вот на эти золотые косточки. Что я завелся опять? Это мы лишили. Поздравляю, Юра. Мы лишили эту даму возможность тысяч людей получать полезную информацию. Вот за эту информацию, вот, если бы был бы какой-нибудь суд чести у садоводов, ведь вы да могли же справиться. Ну могли же, понимаете, могли же написать потом, ну погорячилась я, ну сказала глупость. Даже не надо говорить слово глупость. Я все-таки думаю, что Железов, который мне этот самый посоветовал не трогать, если успеет, тоже где-то прав. Все-таки живем в этом, в России, в холодной России. Через эти страшные раны. Ну, как-то сгладить. И больше, чтобы вот этого не было. Вот о чем это самое. Оказывается, 6 фильмов я для вас создал. 6 фильмов. Вот. Чтобы как-то править это, чуть не сказал, править мозги. Чтобы хотя бы осторожнее были. Нет, что вы думаете? Прошло время, успокоилось, думает, ну все, Железом запретило тут это. Вот. И давай, значит, это самое. Опять 50 сантиметров. Ну там-то хотя бы дерево большое, но наверняка погибло, если она отрезала. Ну здесь-то что вы? Вот на этом мы остановимся, друзья мои. Короче, так как они меня обвинили в том, что я позорю Тимирязевскую академию, я считаю, что позорю не я. Вот. А там ниже еще текст. Это еще такая тут перебранка, перелета. Это такая, столько еще грязи у вас тут. Вот. Вот, кстати. Вот они. А что? 20 рублей косточка золотая, нет? Вот. А вот это Еремин что? Из косточки Серафима. А Серафим, он и такой есть. Он и был под 350 грамм. Вот. Сувенир плюс 40-50 грамм. И опять он сохранил свое качество. Сливы с плодами выросли с 50 грамм. Вы что? За 20 рублей. Дорого? А сливы-то ведрами считают. Ваулин. И вот это еще надо было взять и до конца это самое меня приговорить. На кой черт вот это вот, своего опыта нет. Чего вы лезете в это? Ведь тогда две школы соревновались. До смерти, вспомните, что Вавилов умер в тюрьме.
Вот такая была, время такое было. Но попробуйте сами. Вы бы стали бы уже бы, может быть, у вас-то легче стать этим же Нобелевским лауреатом или хотя бы заработать государственную премию. Это мне никогда не дадут, что бы я ни сочинил. Взять вот это вот, припечатать железом. За что? Вот за это? А? Вот думать же надо было. И только потому, что кто вам замечание сделал, оказывается, вот это вот. Нет вариантов. Вот нет. Вот надо уничтожить эти ветки. Вот надо. И вот замечание моего брата привело вот к чему. Что человек взял, наверняка отрезал эти ветки. И дерево погибло, ну, 99%, что погибло. Или сейчас умирает. Раны замазали, оно умирает медленно. Как? Чем думали-то? На кого обиделись-то? Ну, человек посоветовал-то. А потом, когда я вмешался, давай меня печатать. Вынужден закрыть свой профиль. Конечно, это самое. Люди потеряли возможность от вас полезную информацию. Это та полезная информация? Откажитесь от этого. Забудьте 50-90. Эта цифра везде маячит. 50-90 штамп. У привитого, вот она привита у земли. Какой нахрен штамп 90 сантиметров? Я говорю, это высота травы. Она и формировала крону у этих самых, у деревьев. Высота травы формировала. Вот только когда кончается трава, и уже нету тени, вот отсюда и пошли. И миллион лет, два, три, закрепилось вот это вот. Еще раз показываю. Ведь, по-моему, вам бесполезно все объяснять-то. Может, другие поймут. Подробнее потом. Но если уж закрепилось вот это вот. Ладно, все, не буду еще раз показать вам штамп там сантиметров 70. Но закрепилось. Но привито это при чем? Это дерево, ведь представляете, я понимаю, оно бы раньше заросло. Вы бы сделали ему штамп хотя бы полметра. Искалечили были бы нахрен. Потеряли бы возможность вот эти груши кушать. Морозостойкость бы потеряла дерево. Покрылось бы плесенью, покрылось бы этими самыми гусеницами, покрылось бы тлей, все больное, изувеченное. Оставьте вот эти деревья в покое, умоляю вас, оставьте их в покое, они вас отблагодарят. А потом они будут вот так расти. Вот этот позор. Не, я позорю в эту Тимирязевскую академию. Это сайт Тимирязевской академии. Это кто кого опозорил? Надо заканчивать. Я здесь знаете, сколько еще всего? Но это я для вашего ректора. Ну, надо же менять игра эту самую-то. Я уверен, что ваша, которую вы заканчивали, почему вы стали такими, мягко говоря, странными советами, вот. И почему у вас нет таких абрикосов? И в Тимирязевке нет. Есть только фотографии с интернета, в том числе мои. Вот. Понимаете? Вот так формировались деревья, вот так формировались деревья, вот так формировались деревья. Вот сейчас каждая рана. Я должен это все повторять, повторять, повторять. Не калечьте деревья, у них все равно программу не переделают. Сделайте горизонтально, вылезут волчки. Сделаешь вертикально, они полезут в разные стороны. Вот. Форму листьев, роль листьев, роль скелета, роль формы это листа. Вы хоть понимаете, для чего это? А мы половину отрежем. Вот это все, вот это подлость ваша, это самое. Когда вот это исчезнет из Тимирязевской академии, вот это вот, вот тогда и поговорим. Позвоните, скажите, убирайте это, потому что Железова дальше будет по это самое с вами воевать. Уберите хотя бы вот эту принципы обрезки, придуманная дурь. Миллионы деревьев за вас калечится. А вот они, эти, как их назвать-то? 20, как вы сказали, 20-рублевые золотые косточки. Ну?
Остальное вы видели. Это уже типичная обычная работа. А это чем вам не понравилось? Что надо было опять оскорблять? Вот это чем вам посадка не понравилась? И это все мы еще раз, еще это самое, будем проходить. Еще последний ваш камушек. Если вам прислали вот такую фотографию, пожалуйста, я вас умоляю, не пишите больше, вы возьмите и начинайте опрыскивать. Уже то, что написал то ли я, то ли мой брат, что как вот эти деревья, да, как замульчированы, у них гниет основание штамба. Это где-то 50%, где-то 95-99%. А потом дерево гниет живьем на корню. У нее основание штамба гниет, только яблони еще немного держит, и вишни, ну, груши, сливы. Но абрикосы и груши – это все хана. Ну, это-то можно было пропустить, сказать, да, Железов, я не помню, то ли я, то ли брат написал сюда, убрать эту самую мульчу. Из-за нее гниет дерево. Но это-то можно было сказать, ребята-то, в общем-то, правы. Нет, опрыскивать. Вас бы, я говорю еще раз, вас бы реанимацию. Вы бы взяли дезодорант, всех бы больных, умирающих бы опрыскали, которых запах, все, они грибами покрыты, так же, как деревья. А им осталось жить кому день, кому неделю, кому полгода. Вот. У кого ноги отрезаны, как у ваших деревьев. Все пропадает, двигаться не могут. Вот. Кругом раны, так же, как у деревьев. Попрыскали, он встал и пошел. Вы думаете, что у людей-то учите? Причину найти надо. И раскопайте основание штамба. Уберите вот это все, что вы видите. Вот эту вот траву. Нет, еще и по, тут же и по морде получаешь. Ну, за хороший совет убрать мучу. Все, ребята, заканчивали. И еще раз. Приходится переходить на свой уровень. Какой бы ректор не был бы умный, вот, по опыту он наверняка мне уступит. Вот, потому что вот эта сама карьера директора, она ведь не устлана розами. Вот, и там много приходится отвлекаться. А я не отвлекался. Я вырастил 30 тысяч деревьев, саженцев. Я довел до плодоношения тысячи. Я видел каждое. Я с каждым советовался. Я каждое разглядел. Я каждое сфотографировал. Ну, не каждое, но тысячи сфотографировал. Я после этого не имею права сказать, что здесь мульча, скорее всего, дерево гниет из-за мульчи. Ну, могли же это. Хотя бы тут-то уже это самое. Нет, что вы! Это ж такое унижение, что кто-то из Железов прав может быть. Так, переходим к нашим... Вторая половина разговора, это я немножко отвлекся. Вот, выложил что на душе. Думаете, легко вот так вот жить? Зная, что прав, зная, что можно исправить в стране положение, можно добиться всего в этой стране, можно сделать так, что у меня же есть фотографии со всей страны. Там сотни фотографий уже. Персики мои увеличены в 2-3 раза моими гадями. Главное знать, как это делать.